офис президента Украины после посещения его вчера сторонниками Сергея Стерненко, которые здесь высказывали свой гнев, свое возмущение по поводу ареста самого Стерненко и его осуждения на 7 лет. Вот, собственно говоря, можете посмотреть, как это все теперь выглядит. Я сейчас приближу это все дело. Побили стекла в дверях. Ну, видимо, от этого как-то легче станет, я не знаю. Вот, побили стекла, все разрисовали. А тут вчера краска лилась красной рекой. Если вы посмотрите, я сейчас приближу. Вот здесь вот. Этот весь угол, он полностью залит как бы краской, залит. Чем только не залит, тут все вчера горело, все дымило. Стены сами посмотрите, как выглядят. Ну, вот так вот.